Недалеко от Южного полюса команда моряков сняла на видео, как дикая белуха играет в мяч с человеком. На кадрах видно, что член экипажа бросает мяч для регби вдаль, после чего животное устремляется за ним, берет в пасть и возвращается к лодке, чтобы отдать снаряд, и ожидает новый бросок. It's crazy, yeah. Видео в сети молниеносно набрало популярность. Оно было просмотрено более 20 миллионов раз. Многие изумленные пользователи не могли поверить своим глазам, когда наблюдали за тем, что совершает этот обитатель океана. Ведь все это происходило в дикой природе, а не в океанариуме. Животное специально не обучалось. И пока пользователи интернета умилялись, глядя на забавную игру белухи, на Западе посчитали, что это не просто животное, а сбежавший из российской военной программы шпион по кличке Хвалдимир. Он получил свое имя путем сложения норвежского слова «хвал» – «кит» и имени Владимира Путина. На эту мысль их натолкнуло неестественное для своего вида поведение кита. По их мнению, он приносил людям мяч, чтобы потом получить еду, так как был к этому приучен. Ранее рыбаки заметили кита, на которого надели камеру GoPro возле северного побережья Норвегии. На ремне было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». Поэтому иностранные специалисты предположили, что белуха приплыла из России, и решили, что она была частью программы подготовки военных млекопитающих военно-морского флота России. Норвежский институт российских исследований и фонд Хвалдимира, организованный в Норвегии с целью сбора средств на содержание белухи, не прокомментировали предположения биологов.